вот в вождении мужчин и женщин, потому что на дороге все равны, собственно говоря. Если бы соревнования, конечно, разделялись бы на мужчин и женщины, может быть, я чувствовала себя бы. Но здесь, в принципе, я себя чувствую практически как королева, потому что я одна единственная среди мужчин. Это, в принципе, очень приятно. Конечно, я не надеюсь на большие результаты, все-таки здесь и техника у водителей мужчин больше, и кто-то уже участвовал не первый раз, и я участвую первый раз, поэтому волнения я не ощущаю, потому что у меня есть спортивный дух. Я вообще занимаюсь спортом, я тренируюсь по стрельбе с пневматического пистолета, в июне поеду на Россию, и так, собственно говоря, мне нравится, очень приятно, интересно, драйвово так. I want it now. Give me.